Амира Исмагулова, отца казахстанского студента Азамата Тажаякова, задержанного в США после бостонского теракта, вывели из фракции партии Нуратан городского маслихата Атырау. В связи с тем, что Исмагулов Амир Тажаякович уже длительное время не имеет возможности участвовать на заседаниях фракции и осуществлять общественный прием согласно утвержденному графику, было внесено предложение о выводе его из фракции Нуратана. Это предложение было поддержано единогласно, то есть Амир Тажаякович выведен из фракции, но на сегодняшний день он по-прежнему является депутатом городского маслихата от нашей партии. Как известно, Амир Исмагулов уже 9 месяцев находится в США в связи с арестом его сына. Напомним, Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев обвиняются в воспрепятствовании правосудию в деле по теракту в Бостоне. Родные Азамата надеются, что суд, назначенный на первую половину лета, оправдает молодых людей, так как в материалах дела нет реальных доказательств причастности казахстанских студентов к террористическому акту.